Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий. Сегодня у нас игра под названием Recall to Exist. И что-то там на японском было написано еще. Давайте мы немедленно начнем. Просто воспоминания режима одиночной игры, позволяющий пройти сюжетную линию. Побег из логова Древа Аогири. Когда Кен Канеки становится гулем, его судьба принимает неожиданный оборот. Знаю сюжет повязка, я не знаю, насколько она большая, насколько она маленькая, эта игра, потому что, ну, блин, она, типа, не знаю. Скажи, Канеки, а какая у тебя любимая книга Такацуки? Пожалуй, самая первая. И ведь не скажешь, что писал новичок. Такой дерзкий и в то же время изящный стиль. Вот-вот, даже не верится, что можно написать такой шедевр в столь юном возрасте. Тебе нехорошо? Все нормально. Меня зовут Кен Канеки, я самый обычный студент-первокурсник. А это Ридзека Мисиро. Я познакомился с ней в кафе под названием Антей. Мы с ней оба заядлые книголюбы, поэтому однажды я набрал смелости и пригласил ее на свидание. Молодец какой, блин, смелый. Ридзе, почему вы почти ничего не едите? Не хочет она и не ест, что-то к ней пристал. Просто я как бы сижу на диете. Ну что ж, ты ничего не заказал ей. Спасибо за вечер. Пожалуйста. Да нет, это вам спасибо. Было здорово. Знаешь, она с ним на ты, он с ней на вы, непонятно. Знаешь, в последнее время в моем районе произошло столько происшествий. Каких происшествий? А, вы имеете в виду гули? Гули — это такие чудовища, которые питаются человеческой плотью. Они похожи на людей, но внутри скрывается самое настоящее зло. Недавно здесь случилось несколько нападений гулей на людей, и каждый раз тела несчастных оказываются жестоко растерзаны. От одной лишь мысли у меня мурашки бегут по спине. Не бойтесь, я провожу вас до дома. Да что-то, по-моему, она тебя защищать будет. А почему тебе так нравится читать? У моего отца была большая библиотека, и поэтому тебе нравится читать. К сожалению, он умер, когда я был совсем маленьким. Можно сказать, я вырос на его книгах. Только и делал, что читал, пока мама пропадала на работе. Понятно. Нам сюда. Почти пришли. Ридзе, если вы не против, может, встретимся как-нибудь еще раз? Нам нравятся одинаковые книги. А еще мы почти ровесники. Похоже, у нас много общего. Если честно, Кен, я видел, как ты наблюдаешь за мной в кафе. Да? То есть, да, знаешь, ты мне тоже нравишься. Кого-то убили, по-моему. Ну, мне так... Да? А? Ах, какой чудесный вкус! Знаешь, Канеки, я ведь не только читать люблю. Еще я обожаю вырывать внутренности испуганных людишек, пока они пытаются унести ноги в надежде спасти свою жалкую жизнь. А с тобой мне все веселее и веселее. Не надо, не надо, не надо! Ага, Кен Канеки! Ридзе, неужели вы гуль? Беги, дурак! Убили, ёпта мать. Ой, ты что, уже умер? Какая жалость, а ты мне правда понравился. Жирка в тебе как раз сколько нужно, чтобы быть сочным и вкусным. Ужас какой-то. За что? Ну, за то, что захотелось ей так сделать, вот и получилось-то. Ку-ку, где это я? Подготовить пациента к пересадке органа. Беру за всю ответственность за операцию. О чем это он говорит? Да хрен тебя знает. О чем он говорит? Класс. Что происходит вообще? Я не пойму вообще. Просто вот я понял, что есть какие-то гули, и пацан нарвался на гули. Подвергшись нападению гуля по имени Ридзе, Кен Канеки чудом остается в живых. Он попадает в больницу и переносит операцию по пересадке органов Ридзе. После операции Кен становится одноглазым гулем, гибридом человека и гуля. Чтобы привыкнуть к новому образу жизни, парень устраивается на работу в небольшой кофейню, под названием Антейку. Однажды на кофейку совершает налет организации гулей Древа Аогири. Похищает Канеки в тайном убежище Аогири. Канеки попадает в руки жестокого истязателя гуля Ямори. И на протяжении нескольких дней терпит зверские издевательства над собой. Такая дичь, господи, что же такое-то?
Это карточная игра, что ли? Я не пойму, что это за игра такая. Там было написано руби и кромсай, там режь и вообще. Я что, сплю? И где я вообще? Да я не знаю, где ты вообще, слушай, ты куда-то попал, и все. Я понял, я море пытало меня на этом самом месте, когда я попал в руки древа Аугири. Я не мог противостоять этой невыносимой боли, поэтому пришлось терпеть все его издевательства. А все потому, что я был слаб. Вот так вот. Ты понял, да? Вот оно почему все так происходит-то. Канеки, послушай, сюда заявились голуби. Я должен выйти и дать им бой. Голубям. Жаль, конечно, наше веселье придется закончить. Канеки, сейчас я тебя съем и все. Да на здоровье. Я тебя прикончу. Убью. Размажу твою башку и сожру все, что от тебя останется. Вот так вот сразу в бой, да? И чё? Зелье море. L-движение, вращение камеры. Обычно так, особое действие. Особое действие, обычная атака. А это что такое? На А что? А. Уклонение. Бить. И особая атака. Особое действие. ЛДРТ это особое действие. Режим дальнего боя. Кардофиксация. Сейчас прям. Ужасно громкий звук. Давай ее вообще уберем вот так вот до 20 и нет, до 15 лучше, потому что она прям дикая. Громкость спецэффектов давай тоже до 40 уберем, потому что ну что-то очень громко все. Так, ладно, возобновить игру. Так, сейчас я придрочусь немножечко хотя бы. Так вот, меня отвлекают здесь. Я чё к чему? Вы теряете здоровье, когда получаете урон, в частности, когда вы атакуете противник. Если показатель здоровья на шкале опустится до нуля, вы отправитесь на нокаут. Логично, слушай. Так. Обычная атака. Я понял. Почему он не бьет-то? Хангороста. Вот так вот, да? То есть, слабак, думаешь, хватит сил противостоять? Нет, да я не знаю вообще, что мне хватит, что не хватит. Да уйди. Сейчас видишь, кто из нас настоящий слабак. Не увидит он, кто из нас настоящий слабак, потому что... Атака прыжком. Вы можете оглушить противника, поражая слабым особыми атаками врагов, щитами или высокой защитой. Прикольно. Прикольно. Будь ты проклят, Канеки. Потом обрушу на него шквал. ЛБ это вот. И это, да? Прикольно. Хангороста. Ну такая себе игрушка, конечно, на самом деле. Я думал, как-то прикольно. Что-то ты сказал, поедая плоть других гули, гули становятся лишь сильнее. Ах, сколько будет стоить на 1000-7? Спрашиваю еще раз, сколько будет 1000-7? 993. 986. Ты покусился на мою жизнь, и плоть поэтому, само собой, теперь я тебя съем. Я думаю, видео на этом надо будет закончить сейчас, потому что, ну, это какая-то, не знаю, ерунда. Если вам понравится это видео, то я могу продолжить это играть. Вот, ну как, если вам понравится эта игра, то я продолжу, скорее всего, в нее играть. А так просто она как-то очень такая... своеобразная игрушка, на самом деле, потому что я, не знаю, первый раз такую играю.
А лучше напишите в комментариях, какой жанр вам больше нравится и в какой жанр мне лучше будет поиграть, потому что я как бы сам особо не представляю, что представляет интерес для вас, потому что, ну, потому что это вы, а это я. Вот, как бы интересные игры, которые ну, новинки какие-нибудь, я в них, конечно же, буду играть, естественно, соответственно, но вот такие вот непосредственные, как они, игры, которые просто, знаете, для души, можно сказать так. Вот типа вот этой вот игры, типа она что же на любителя, просто нужно будет как-то определиться, что ли, во что играть. То есть вот я сейчас прохожу Long Dark, и думаю, что Lost in Vivo тоже до конца пройдется, но это не точно, потому что я что-то в нее как-то перестал играть, так как, ну, очень она странная игра, она какая-то прям вообще непонятная. Вот. Так, давайте мы на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями, комментируйте. Всем до встречи в новых видео, ребят. Всем пока.